Самарский областной кардиодиспансер входит в тройку ведущих российских кардиохирургических центров. С каждым годом учреждение аккумулирует у себя все более тяжелых пациентов. Сердечные заболевания имеют для региона социально значимый характер. Они влекут за собой потерю трудоспособности и определяют продолжительность жизни населения. Бороться за жизнь и здоровье пациентов в ближайшей перспективе специалисты кардиодиспансера будут вместе с медиками клиники сердца. Это все заработает в полном виде, когда действительно войдет в строй клиника сердца. Да? И тогда два учреждения, которые будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердца, они будут работать, ну, скажем так, дополняя друг друга, исправляя каждый свои минусы и, соответственно, увеличивая свои плюсы. Открытие международного медицинского центра в Самаре ждут тысячи больных сердечно-сосудистой патологией. В год здесь будут выполнять более 11 тысяч операций на сердце. Это полностью закроет потребности региона. Открытие центра ждут и в кардиодиспансере. Сегодня здесь нет компьютерного томографа и МРТ, что значительно осложняет диагностику. Это оборудование уже закуплено и находится на нашем складе. И я очень надеюсь, что как можно быстрее оно будет введено в строй. Также технологии использования с инжекторами, контрастные методы исследования сердца. Кроме того, мы закупили последнюю версию программного обеспечения по обследованию сердечно-сосудистой системы. Это очень важно, и это будет полезно не только кардиохирургам, но и кардиологам. Специалисты кардиодиспансера смогут направлять больных на хирургическое лечение в клинику и наблюдать пациентов после его проведения. У врачей появится возможность внедрять новые методы и поставить на поток операции, которые сегодня являются штучными. От такого сотрудничества выиграют в первую очередь пациенты. Высокотехнологичные услуги они будут получать по госгарантиям, то есть бесплатно. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов, Артем Сулайманов. События.